Сейчас, Винни, пожалуйста, рядышком, там тоже ляля маленькая стоит, понимаешь? Шуметь нельзя. Дядя ходит, смотрит за порядком. Угу. Алло. Алло, Вера Ивановна. Тошик, сядь чуть-чуть дальше, вот так, немножко. Сядь. Ну, сядь чуть-чуть дальше. Ты сейчас и пойдешь. Могу просто звонить только вам, да, жить в бочку. Можно, да? Это собаки или кошки у вас еще? Алло, доченька. Собака. Ну, собака какая-то, да? Может, давай... Я не знаю, что свои кошки. Что-что? Я говорю, я в подвал отнесу. Наверное. Ну, Леша, ну, сейчас поезд хочет, поедет, поживет в коридоре, чтобы я с ним постояла. Вот там, в тамбуре. Уже Даша. Ну, завернем чем. Те, которых я знаю, три. Но это те, которых я малыши знаю. Спят? Я уверена, что я не знаю еще десяток. Малыши не спят? Ну, меньше. А? Нет. Я обычно ем сельскохозяйственное. Нет, я не могу. Будет у меня нервировать. У меня сосиски за малой тоже есть. Да, ну, вот, вот, попробуй, телефон тебе передать. Пока сейчас отходим по народу. А что? Да, вот. Они, наверное, какие-то вагоны закрывают, наверное, они это открывают. Я тоже тогда лучше, что они все вагоны. Потому что, видишь, мы, когда заходили, подъезжал поезд на перрон, уже люди были тут. Да. Где они все? А откуда что сели? Да, слушай, были. Не, понятно. Да, да, ребята были. Там у него этот самый, в рюкзаке. Ну, что может, он не голодный. Детка. Не кошмар. Ну, у нас тоже плачет. Мягко побежали. Вообще, мы как с собой заходили, это было, конечно. Наш не плачет. Ничего, пока. Я такого вообще не видела. Я поменяла ему памперс, но через полчаса пока. Сейчас, подожди, поедем, будем что-то решать. Я так испугалась, когда первый раз начали заталкивать вагон. Прям силой. А коляска тут, мы не идем. Максим, тебя зашпирят. Просто реально, как я затолкнули бы вагон, а коляска стоит, три пацана вот так ее окружили и не могут справиться. Они лезут, бабка падает. Они и говорят, что не видят. Я не понимаю, эти люди тоже стоят тут и что-то тарабанят, я не знаю, заходят, они не заходят. Ну, короче, что-то не Антон, ну ты сейчас упадешь, детка. Жень, вкусно, попробуй, четкий сыр. Это опять Эльвира Ивановна на минутку. Да, я потом за ней сожалею, не буду вам. Ты не голодна? Я еще на минутку. Я бегаю только голодна, если кто лет все. Голодна? Мама, я не знаю, есть мужчина. Да, где сосиса? Алло, там же есть. Будешь там? Нет, вот эти собачка. Может быть, да, нет. Один раз, ничего страшного. Вы, кстати, у вас жарко, детки. Я вспотела в майке. Просто почитаю, поставь на нее. Придется и майку снять. Захочешь снять майку, снимай. Я хочу снять майку. Потому что не там еще один. Еще потом. Не, ну понятно, нужно. Сейчас. У тебя вещи есть? Ну, я имею в виду вот в этом рюкзаке, да? Я имею в виду занести. Будет прохладненько, хотя я в этом сомневаюсь. А скажешь, хорошо? Да, давай, так, я занесу. Может, все передать? Антон. Я его попросила, чтобы он съел. Да? Даша, дай мне вопрос. Что дать? А, что дать? Сюда за вас, куда ты сюда? Иди домой. Ох, Господи. Да ты что, пойдешь? Говорят, что... Что? Ударил стол, наверное. Иди до мамы. Ты до мамы хочешь?
сюда, садись. Мне мама скинула, получается, с Кракова до Неаполя в 7 часов езды. Там 16 с чем-то, ну, а ты не знаешь, ты не спрашивал, по поводу если паспорта нету, можно? Потому что тут девчонки говорят, что нет. Что даже если бы у меня было, а у Макса нет, то нет. Хоть там, хоть на крыле повисеть. Хочешь чай фруктовый? Ну, с другой стороны, вот говорите, девочки, чай фруктовый. Вы вчера знакомые за 40 минут прошли промежку. Да, я убью фруктовый. Эй, он тоже такой холодный. Ну, просто повезло им, потому что в какой-то момент, видно, было не так много машин. Очень быстро провезло. Поэтому, ну, вроде знаешь, вот как... Вот он нажимает кнопочку. Хотя прикольно было бы. Мне мама говорит, ну, блин, куда угодно уже едь. Я же не включила интернет, потому что у меня уже 7 чем-то. Что-то сильно быстро садится батарея, потому что я интернет включила. Я не лажу, я сижу с ребенком только с тобой. Отключила. Угу. Да. И мне Ксюха скинула утерила. А ты что, на Ютубе? Просто если я ему скажу, что я именно, да, именно с Львова номера. Есть, потому что мне мама говорила. Есть даже те, которые едут прям с мамой в город. Чего ты? Мама, так что встанем? Остановка, люди грузятся. Точно. Сейчас нас двое взрослых, Максим один. Тут на Антоха бегает. А вы где сели? Запорожье? Запорожье 11? Да. Не надо лазить на полу. Тетя сейчас заберет машинку. Взял чужую машинку. Ой. Ой, ударился, да? Нет, у нас туда с ручками все ударилось. Кать, нет, просто твой муж орал громче всех на перроне, чтобы пропустить мать ребенка-инвалида с инвалидом. И он начал махать нам, типа, идите сюда, и разогнался. И мы зашли. Они ж втроем стояли, пацаны не могли, блин, Таю от бабы оторвать. Она в коляске, они ее, ну, щемят. Эти вещи, понимаешь, я Арину держу, кое-как прохожу. Они начинают толкать, все, и, короче, я ж тогда... Я одноклассница, смотрите, она кричит, хватай на руки, бегу, говорит, они сейчас затопнут. Я ж Арину на руки, стою в тамбуре, они коляску кидают, я давай сюда коляску. Три мужика таких лося здоровых, и не могу. Могли, ну, оберечь одну коляску. Антон, сядь ровненько, сядь ровненько. Видишь собачки в доме? Просто не было именно организации какой-то.
этого всего, к сожалению, нет, больше нет. Максюша, туда не выходить надо. Меня слышишь? Вот под этот... А давай мама тебе включу, давай, иди сюда. Сядь, Антон. Папа сказал, что ты хорошо кушал. Молодец. Хорошо? Ты повторяешь движение, молодец. Танец, да? А, смотри, нет, не бери. Все, ты уже, на, смотри. Там болтик еще один крутые. Да. Максим играл маленький болтик крутые. Еще нашли один болтик. Нашли болтик один болтик, и там под этим крутили. Вот тут, да? Вот здесь. Вот. А, вот еще бутылку. Мани. Что, тебе крутить? Да. Садись, мамочка. Садись. О, Господи, уже там с теми болтиками. Там может, знаете, какая-то наша усы, потому что еще одна. Да, да, это такое тоже. И так, у нас большие машины такие, которые Сергей тоже с такими, у нас любит он это. Ну, куда? Там этот, пожарная машина больше нравится, чем моя сумка. Все дома осталось. Все игрушки. Будешь крутить? Садись. Садись, давай я тебя посажу. Да? Ух ты, вообще. Ух ты, вы побежала.